Дорогие друзья, я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Снова суббота, снова покой, снова мы имеем возможность зарядиться Божьей силой для того, чтобы прожить предстоящую неделю в мире и согласии с Господом, имея силу для борьбы с грехом, имея силу для праведных трудов, для того, чтобы приближать, ускорять пришествие нашего дорогого Спасителя. Тему, которую я сегодня хочу вам предложить для внимания, для рассмотрения, это продолжение тех предыдущих тем, которые вот я объединила в одну такую группу. Это «Что нам мешает возродиться?». Возрождение, писал Эллен Уайт, это самая насущная нужда церкви. Возрождение практического благочестия. Это то, в чем сегодня мы испытываем нужду, может быть, не до конца даже осознавая эту нужду. Но что нам мешает возродиться? Давайте мы немножечко вспомним те предыдущие темы, которые мы рассматривали с вами в начале каждого субботнего покоя, в пятницу на наших субботних служениях. Вы помните, мы говорили о ропоте. Склонность роптать – это неспособность благодарить, неспособность видеть то, что Бог дает нам, чтобы быть благодарным Ему в своем сердце. И все, что нас окружает, кажется плохим, кажется трудным, кажется неважным, кажется что достойно осуждению, критике нашей. И таким образом мы выражаем то недовольство, которое у нас в сердце зарождается, развивается как результат отсутствия благодарности к Богу. Мы не можем в полной мере оценить дар спасения по разным причинам. Либо мы просто не понимаем этого, либо мы просто не понимаем своих отношений с Богом, не стремимся их развивать, не стремимся их расширять. И это все приводит к тому, что благодарность в сердце, если даже она когда-то и была, она просто исчезает. И появляется ропот. Вторая причина – это лень. Вот банальное такое явление, как лень. Мы просто не делаем тех усилий, которые мы должны делать для того, чтобы принять те благословения, которые Бог нам дает для нашего же возрождения. Следующая тема. Кто мне подскажет, что еще мы с вами рассматривали? Если вы внимательно слушали, те, кто был на этих богослужениях. Помните? Это неумение контролировать свое мышление, неумение контролировать свои мысли, которые нам нужно держать, научиться держать под строгим контролем. Почему это важно? Потому что наш характер, по сути, начинается с чего? С того, какие мысли мы держим у себя в голове, которые мы позволяем развиваться, вообще поселяться у нас в голове, и потом они претворяются в определенные решения, потом в действия, потом в привычки, и это все выливается в наш характер. Тоже, казалось бы, все очень просто, но почему-то есть причины, почему наши мысли как раз бывают самые разные, самого разного толка, и мы не учимся концентрироваться на главном. Вот эти все такие явления, что ли, вот такие факторы, они мешают нашему возрождению. Но есть еще один, пожалуй, один из главных таких факторов или явлений, или состояний, о которых мы будем сегодня с вами говорить, это самонадеянность. Самонадеянность. Мы можем быть инициативными, мы можем так очень строго даже контролировать свои мысли, мы можем держать под контролем, что нам не нравится, мы можем даже отбрасывать это и, казалось бы, радоваться всему. Но есть еще одно такое явление, которое очень широко распространено среди христиан. Это как раз самонадеянность. Давайте мы сегодня рассмотрим и эту тему. Если взять вот это слово
из русского языка самонадеянность. Что оно значит? Ну, он состоит как бы из двух слов, да? Надеяться на себя. А вы знаете, вот если взять даже наш вот русский язык, русский или украинский язык, неважно, или другой какой-то язык, вот это слово «сам», оно усиливает местоимение «я», или «ты», или «вы», или «мы». Вот попробуйте произнести слово «я знаю» и добавьте к нему слово «сам». «Я сам знаю». Видите, как оно усиливает? Оно как бы выделяет меня. «Я сам знаю» или «я сама знаю, что я говорю». Правильно? И мы часто это употребляем. Так вот, в этом значении самонадеяться. Смотрите, самонадеянность. Когда мы говорим «я надеюсь», а если мы вставим «сама надеюсь» или «сам надеюсь», «я надеюсь на себя», «я надеюсь на свое мнение», «я надеюсь на то, что я прав», «на то, что я знаю», «на то, что я буду», «на то, что я умею» и так дальше. Знаете, в этом, вот так вот, в явлении, ну, в принципе, ничего такого страшного, греховного, преступного и нету вроде бы, да? Мы должны отвечать за свои поступки, мы должны отвечать за свои действия, за свои решения. Или нет? Конечно. То есть все равно оно исходит от нас, и сами мы принимаем эти решения, мы знаем, анализируем, мы делаем, то есть мы сами это и производим. Но если мы говорим в контексте веры, то это два полюса. Это север и юг. Понимаете? Это небо и земля. Это настолько разные вещи. Хотя, если вот при нашем более детальном рассмотрении, мы увидим, как близко самонадеянность соседствует с верой. Давайте мы потихонечку, шаг за шагом, будем двигаться в нашем исследовании. В словаре Даля самонадеянность описывается так. Это лишнее доверие к силам и своим способностям, к своим личным качествам. Это небрежение к чужой опытности, к советам и помощи. Ну, это в общем такое явление, да? Вот, то есть это небрежение к кому-то, к чему-то. Но больше я надеюсь на себя, на свой опыт, на свои знания. Знаете, люди делятся на неуверенных в себе и, наоборот, на самоуверенных людей. Вот я сейчас сделала паузу, и я думаю, что каждый из вас, ну, где-то какую-то долю секунды это применил к себе. К какой группе я принадлежу? К самоуверенному человеку или, наоборот, к неуверенному в себе человеку? Я вам скажу другое. Даже если вы признаете, что вы неуверенный в себе человек, это тоже в какой-то мере самоуверенность, что вы знаете, что вы неуверенный в себе человек. Понимаете? Ну, вот такое вот состояние. С одной стороны, самоуверенность, как я уже сказала, это вроде бы и неплохое явление. Нам нужно быть уверенными в том, что мы делаем, правда? Но с другой стороны, это разрушительное состояние. И опять, если мы берем его особенно с библейской позиции. Давайте мы откроем книгу «Притч», начиная с 12 главы. Много текстов есть, касающихся как раз вот этого состояния. И именно из-за того, что несколько раз даже в книге «Притчи» это повторяется выражение, это говорит об опасности. Согласитесь. 12 глава, 15 текст. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Видите? В 14 главе, в 12 тексте мы читаем следующее.
Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Это предупреждает нас Священное Писание. Ну и 16 глава, 25 текст, мы тоже можем прочитать подобный текст. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Ну и еще несколько раз повторяется. Я думаю, достаточно для того, чтобы убедиться в том, что мы действительно можем ошибаться. Мы можем думать, что мы правы. Мы можем думать, что правда на моей стороне, и только я знаю, и только я владею всей информацией. Но на самом деле это может быть разрушительным даже не только для меня лично, но и для других людей, окружающих меня. Что же лежит вот на самом деле в основе самоуверенности? С библейской точки зрения. Мы будем с вами рассуждать именно с библейской точки зрения. Итак, Бог создал все, всю Вселенную. Он создал все таким образом, что оно зависит от Него. Он вложил свои законы во все свое творение. Правда? Все от Него им и к Нему. Таким образом, мы должны осознать этот закон жизни. Давайте мы прочитаем. Иоанна 1 глава, 3 текст. «Все через Него начало быть. Бог является началом всего». В 10 тексте сказано: «Мир через Него начал быть». Тоже той же 1 главы. В Римлянам, в 11 главе, 36 тексте, то, что я уже говорила: «Ибо все через Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Почему мы об этом говорим? Почему мы об этом сейчас вспоминаем? Я чуть позже коснусь и свяжу две вещи. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, 4 главе, 8 тексте: «Бог есть любовь». Бог – Творец, и Бог есть любовь. Нам надо понять Бога таким, какой Он есть, для того, чтобы понимать, что же Он нам дал, и что Он хочет от нас, и как нам нужно себя вести, для того, чтобы не заблудиться, не ошибиться, и чтобы пути наши всегда были прямыми. Правда? Именно поэтому мы ищем Его волю. Итак, Божий закон является законом любви, потому что Он исходит из сердца Бога. Бог не может быть одним и творить что-то другое, правда? Бог сделал все справедливым, Он сделал все правильным, Он сделал все идеальным, дал всему закон, и это закон любви. Это не есть то чувственное, что близко человеку. Вот это сладкое, приятное, вот такое пушистое, вот такое розовое, вот такое, ну, такое оно все. Нет. Это принцип. И этот принцип мы называем любовь. Так говорит Священное Писание. 13 век Римлянам, в 10 тексте сказано: «Любовь есть исполнение закона». Любовь есть исполнение закона. Это Божья любовь. Постоянно. Она постоянно объемлет нас. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 текст. Это любовь, которая наполняет всю Вселенную. Нет другого состояния. Вот оно так. Вот оно неизменно. Вот оно нерушимо. Вот оно вот таким вот должно быть, и оно таким будет вечно. Оно будет стоять. Потому что Бог вечен, и Бог не изменяется. Нам нужно очень хорошо это уяснить, чтобы себя поставить в эти условия, чтобы в нашем сознании произошло вот то, я не знаю, вот такое утверждение, которое говорит: да, я хочу так жить, я хочу быть таким, я хочу иметь такие отношения с Богом и с другими, как Бог это запрограммировал, как Бог это создал. Я хочу подчиниться этому закону любви. Но мы знаем, что Люцифер, падший ангел,
нарушил этот закон. От него произошло это разрушение. От него то, что мы сегодня испытываем, от него оно начало распространяться и начало влиять на все вокруг. Но Бог ограничил это разрушение. И это разрушение, оно происходит только на этой маленькой пылинке во Вселенной, на нашей планете, на которой живем мы с вами. Нас много, кажется. Но в то же время это настолько ограничено, настолько мало, настолько для Вселенной, ну, мало места оно занимает. Микрон какой-то, я даже не знаю, как это выразить. И тем не менее, это непорядок. Это нарушение закона Божьей любви. Это нарушение порядка Вселенной. И поэтому Бог разрешает эту проблему. Он разрешает ее таким образом, чтобы никогда этого больше не было. И на этой маленькой планете тоже был порядок. Божий порядок. Закон Божьей любви, он должен здесь утвердиться. Он должен здесь быть провозглашенным и действовать. Божья любовь основана на определенных принципах. Что же это за принцип? Что бы мы о ней ни говорили, но самый главный принцип, на котором основана Божья любовь, это справедливость. Справедливость, другими словами, это правда еще, праведность. Как бы мы ни сказали о справедливости, это все будет правильно. Это наш язык такой. Но нам надо понять, что это правда. Вот так оно и никак оно не может по-другому выражаться. Любовь, как принцип, обладает многогранностью. Вот знаете, как тот бриллиант отшлифованный, но это может быть слабое такое сравнение, которое имеет разные грани. И каждая из них в равной степени важна и влияет на другую грань. И тогда этот, ну, идеально отшлифованный бриллиант имеет свою ценность, он сияет, он прекрасен, и он нужен, может быть, для того, чтобы мы могли понять, насколько это важно в целостности рассмотреть этот принцип. Любовь — это не только милость, как мы привыкли считать. Милость, она проистекает из Божьей справедливости. И в то же время Божья справедливость является основанием для милости. Они взаимосвязаны, они держатся друг за друга, они неразрывны. Вот это и есть Божья любовь, если так ее можно выразить таким несовершенным человеческим языком. Любовь затрагивает дух человека. Не только разум, не только чувства, но дух человека. И эта любовь должна руководить им. Как это все соотнести к той теме, нашей с вами теме, которую мы с вами исследуем, о самонадеянности. Бог есть любовь. Любовь есть исполнение закона. Закон жизни – это закон любви. Это справедливость, это милость, это все вместе. Как это соотнести к самонадеянности? Когда мы узнаем, что Бог любит нас, и Он не изменяется своей любви к нам, это меняет нас, правда? Или нет? Это изменяет нас. Что-то с нами происходит. Ведь, знаете, мы зависим, как люди социальные, мы зависим от того, какого мнения обо мне другие люди, что обо мне думают, как меня оценивают, насколько я важен в этом обществе. И человеческое общество, такое грешное, как наше общество, оно очень переменчиво. Вы вспомните, как люди относились ко Христу. «Осанна сыну Давидову!» Да, кричали. Хотели царем его посадить. А потом кричали «распни его!» Это переменчивость человеческой натуры. Но когда мы узнаем,
что нас кто-то любит настолько сильно, настолько преданно, настолько верно, неизменно и постоянно. Это меняет нас, но хотя бы по отношению к тому, кто эту любовь к нам проявляет. И когда мы узнаем, что Бог, Творец Вселенной, любит нас вот такой любовью, это меняет нас, это делает нас другими. Нам хочется ответить на эту любовь тем же, правда? И не меньшим, а тем же. Как писал апостол Павел, я хочу достичь Христа, как Он достиг меня. А Христос достиг Павла чем? Своей любовью. Правда? Когда мы узнаем Божью справедливость, то начинаем видеть себя грешниками. И в то же время мы узнаем, почему Бог обличает нас. А потому что Он хочет спасти нас от греха нашего, от того, что уродует нас, от того, что делает нас несовершенными, от того, что делает нас неправедными, от того, что делает нас, ну, больными, несчастными, по сути, обреченными. Вот по этой причине Он нас и обличает. По этой причине и мы узнаем, что мы грешники, которым Бог предоставляет возможность измениться. Но если мы не знаем свои проблемы, есть нам в чем каяться, есть нам в чем меняться. Если мы не знаем свои проблемы. Смотрите, я вернусь к очень важному такому аспекту, как обличение Божьей Церкви. Мы все хорошо понимаем Трехангельскую весть. Но что это за весть? Это весть о праведности, правда? Это весть о праведности Христа, которую должно принять человечество. Мы с вами, узнающие Божью любовь. И праведность Божья – это Божья любовь, это Божья справедливость, это Божья милость. Она должна стать известной во всей человеческой семье. Но для того, чтобы достичь людей этой вестью, какими мы должны быть? Честными, правда? Недостаточно просто говорить, вот Бог нам дал возможность, поручение, обязательство проповедовать трехангельскую весть. А ты сам принял эту трехангельскую весть? И тут мы начинаем задумываться, а действительно, принял ли я праведность Христа? Стала ли праведность Христа смыслом моей жизни? Починил ли я Ему все свои мысли, все свои действия, все свое сердце, всю свою волю? Или же я просто говорю, потому что ну, так положено в церкви говорить. Но нам сказали, что так. Ну, это популярная весть сегодня, это нужная весть, это правда все. Но она должна через нас пройти. И для того, чтобы мы честно ее проповедовали, Бог нам дает обличение. Читаем свидетельство для церкви. Те, которые Бог дал через дух пророчества. Когда мы читаем, то волосы на голове шевелятся, потому что это все к нам относится. Бог нас обличает. И когда мы читаем весь Клаодикийской церкви, Бог говорит, то, что ты думаешь о себе, какой ты есть, по сути, это твоя самонадеянность. На самом деле ты и нищий, и слепой, и голый. Понимаете? Нет в тебе ничего хорошего, но я тебя обличаю с той целью, чтобы ты понял, что ты грешник, чтобы ты понял, что тебе нужно покаяться в этом, чтобы ты избавился от своей самонадеянности и, наконец-то, стал честным проповедником праведности. Понимаете? У Бога есть цель в отношении своего народа. У Бога есть цель перед всей Вселенной – оправдать свое имя. У Бога есть цель, чтобы Его истина, Его Божий закон, закон любви восторжествовал. Вот это Божья цель. Но понимаю ли я свою роль?
как христианин, как глашатай, как соработник Божий, как миссионер, в конце концов, свое предназначение? Или же я остаюсь тем, что я достаточно хороший? Я не пью, не курю, не ворую, не прелюбодействую, я там что-то проповедую, я там что-то делаю, я все-таки что-то ж, я ж значу что-то, понимаете? Но Бог нас обличает, друзья. Я не устаю повторять одну мысль, она ко мне относится в первую очередь. Весть Лаодикийской церкви – это единственная весть, где Бог ничего хорошего не находит в своей церкви. Понимаете? Во мне ничего хорошего. Кроме обличения там ничего нет. Но есть надежда. Бог что говорит? Покайся. Покайся. А в чем каяться, если я не облечен, если я не знаю своего греха? В чем мне каяться? Просто говорит, ну, прости мне, Господи, что я не такой, какой должен быть. А какой я должен быть? Грех очень конкретен. И Бог открывает нам конкретные грехи. Друзья, я призываю вас читать свидетельство для церкви. Очень быстро мы придем к настоящему покаянию. Там все есть. Нам нужно просто это принять как весть. Можно включить свет. Мы утверждаемся в Божьей любви и доверяем Его обетованиям. Когда мы ищем взаимоотношений с Ним, когда мы принимаем обличительную весть, это весть любви к нам. Не нужно огорчаться при том, что мы обличаемы Богом. Нужно радоваться. Значит, Бог видит во мне что-то такое ценное, что Он хочет сохранить, Он хочет спасти. Он хочет очистить меня от всякой шелухи. Поэтому Он меня хочет очистить. Он хочет, чтобы я понял свой грех и оставил этот грех. Вот это есть весть Божьей любви к нам. Понимаете? Нам, лаодикийцам, нужна обличительная весть. Я вам скажу, друзья, что адвентистская весть – это не розовая такая припудренная весть, это обличающая весть, которая пробуждает наше сознание, которая вот выворачивает наизнанку человеческое нутро, душу, можно так сказать, чтобы мы увидели себя, какие мы есть. Это не значит, что нам нужно друг другу говорить, извините, мне гадости какие-то, вот ты такой, ты сякой. Мы все такие. Нам нужно принять Божью обличительную весть. Так как Дух Святой обличает, ни один человек не может обличить. Совесть пробуждается. Совесть становится чуткой, такой чувствительной к Божьему обличению. И нам хочется быть лучшими. Нам хочется стать другими. Нам хочется стать святыми праведниками, правда? Я думаю, многие где-то в душе, там внутри осознают вот эту острейшую потребность о Божьей праведности, о Христовой праведности. Потому что эту потребность вложил в нас Бог. Но раз Он дал нам это, Он будет работать с нами. Он будет дальше трудиться. Он будет нас очищать, знаете, как вот тот початок кукурузный, чтобы с нас вот эта вся шелуха сошла. И чтобы мы были чистыми. Итак, Бог делает все для того, чтобы мы были очищены. А что же за человеком остается? За человеком остается быть верным Богу, быть в ответе за Его любовь. А как это выражается? Это выражается в подчинении Его воле. Наша верность, наше доказательство того, что мы любим Его, оно доказывается человеком в чем? А я буду верен Твоей воле. Не своей воле, а Твоей воле. Именно такой принцип и лежит в основании завета с Богом. Верность Божьим принципам. Бог знает, что человеку невозможно сделать себя абсолютно чистым от греха. Это невозможно.
спрашивали ученики Христа, конкретно спрашивали, кто же может спастись? Что Христос сказал? Человеку это невозможно. Так скажите, мы можем за собой оставить вот, ну, какую-то площадочку такую, хотя бы в какой-то квадратный миллиметр, чтобы там стоять на какой-то, знаете, на каком-то основании таком тончайшем, и оставить для себя платформу для своей самонадеянности. Друзья, можем, если мы сами по себе не можем спастись? В пух и прах разлетается эта идея. Но не можем мы надеяться на свои собственные силы в плане спасения. Мы не можем надеяться на свою абсолютную мудрость, на свое образование, на свое происхождение, на свои заслуги, я не знаю, в служении, в работе какой-то. Не можем. Даже если мы обратим пол земного шара, и люди придут ко Христу, а сами останемся самонадеянными. Вот какой я герой. Мы не можем надеяться на себя. Единственное, кто может нас спасти, это Бог. И Он знает нашу немощь, Он знает нашу слабость, и Он знает, что только Он может нас сделать праведными. И Он делает это. И делает Он это через Голгофу. Делает Он через вот этот трудный путь, казалось бы, для нас. Ну, невозможен этот путь, но он стал возможным только Богу. Для Бога. То, что произошло на Голгофе, стало основанием для нашего оправдания, для нашего спасения. Бог вменяет нам праведность Христову, к которой мы не имеем никакого отношения. Есть у нас основание надеяться на свою праведность? Нет. Нет. Единственное имя, которое есть во всей вселенной, это Иисус Христос. Единственным именем, как когда-то сказал апостол Петр, мы можем оправдаться. Это именем Иисуса Христа. Его праведность делает нас чистыми и делает нас свободными от греха. Вот на кого нам нужно надеяться. А что потом происходит, когда мы получаем вот эту вмененную нам праведность Иисуса Христа? А затем Бог постепенно, шаг за шагом, начинает менять нас. Но, опять же, остается основанием только праведность Иисуса Христа. И нам нужно в своем сердце оценить этот дар, этот подарок Божий. Если он остается неоцененным, остается только на уровне нашего согласия, нашего, ну, умозаключения, согласия с тем, да, я согласен, что Бог, ты мне сделал такую услугу. Я согласен с тобой. Я готов, чтобы ты меня спасал. Друзья, ничего не произойдет. Мы должны откликнуться, но чтобы откликнуться, нам надо оценить это в своем сердце. Оно должно что-то произвести во мне. Сегодня очень большая проблема, друзья, знаете еще в чем? Я не знаю, возьму ли я будущее эту тему. В равнодушии. Мы абсолютно равнодушны к тому, что происходит с нами. Я имею в виду в нашей общей массе. Как церковь сегодня, мы, ну, не светимся так, как должны светиться, как в 61 главе книги пророка Исаии. Не светимся, или 60-й, я прошу прощения. А мы должны светиться, мы должны восстать и светиться, потому что это наша миссия. Бог ожидает вот такой радости, ликования такого, вот такой оценки ожидает от нас. Откуда она возьмется, если мы не оценили дар оправдания? Нам вменена праведность. Мы сегодня, если мы это принимаем, праведники. То, что я хочу, оно уже есть, понимаете? То, что мне не под силу сделать, мне вот так вот дали, даром. А готов ли я это принять? Готов ли я это оценить? Готов ли я это хранить всю свою жизнь? Готов ли я это развивать в своих отношениях с Богом?
Если мы смиренно принимаем этот великолепнейший, изумительный дар Христовой праведности, это сделает нас другими. Это и лежит в основании возрождения. Но опять же я хочу подчеркнуть самую главную мысль. Здесь нет места самонадеянности. Здесь есть оценка и ответ. Ответ – это то, что основано на благодарности. Это то, что является откликом. Это нашим доверием к Богу. А по сути, доверие – это основание любви, если я доверяю. Понимаете? Если нет доверия, если я не верю, что Бог мне это дал, если я не доверяю, что Бог из меня сделает такое изящное что-то творение, прекрасное, праведное творение, я могу любить такого Бога. Я буду ему служить, как я говорила прошлую тему, из страха. Я буду делать все это, потому что я боюсь, что меня Бог накажет, если я этого делать не буду. Вы понимаете, что лежит в основании? Вот почему нам очень много нужно оценивать, что Бог сделал для меня лично, размышлять над этим. Не просто мне нужно молиться, потому что нужно молиться. Не просто я буду делать, потому что это нужно делать. Не просто я должен это делать, а потому что я хочу это делать. А я почему? Потому что я люблю Бога. А почему я люблю? Это не просто эмоции, а потому что Он столько для меня сделал. Он подарил мне жизнь вечную. И я никогда не умру вечной смертью. Я буду жить вечно. Бог предусмотрел для нас возможным совершить полное преобразование, наше преобразование, через доверие к Нему. Другими словами, мы говорим по вере нашей. Вот такое простое явление. И мы много говорим об этом. А понимаем ли мы до конца, что значит быть возрожденным через веру? Возрожденным через доверие к Богу. В книге Откровения в 14 главе, 12 тексте говорится о терпении, о соблюдении заповедей и говорится о вере Иисуса. Это характеристика тех людей, которые будут спасенными. Это те люди, которые будут стоять на хрустальном море. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса. Что же это было за вера Иисуса? Видите, как одно за другое цепляется. Нам нужно приобрести эту веру. Это не просто мой личный индивидуальный отклик, хотя в основе это и лежит. Но есть стандарт этого отклика. Есть стандарт этой веры. И это вера Иисуса. Вот вам закономерность. Вот вам итог, планка, которая говорит, вот у тебя должна быть такая же вера, как у Иисуса. Что же это было за вера? Вера Иисуса. Этой верой должны обладать все спасенные. Так сказано в книге Откровения, 14 глава, 12 текст. Христос имел совершенную веру. Другими словами, Он имел совершенное доверие к Своему Отцу. И вот мы с вами приблизились к кульминации наших размышлений. Что же это за спасительная вера? Вера Иисуса. Что же это за настоящая вера, которая является прямой противоположностью к самонадеянности? Его вера перенесла все испытания. И самое первое испытание, оно было в пустыне. Помните? Там вера Иисуса была, я бы так сказала, жестоко испытана. Он имел самые правильные намерения. Он имел самые правильные мысли. У него было самое жгучее правильное желание спасти человечество. У него была осознана миссия, им была осознана миссия в полной мере. И он был готов ее исполнить. И тут это испытание.
Бог допускает, чтобы сатана подошел к Иисусу со своими коварными манипуляциями. Ну, искушение, но я говорю, это еще и манипуляции. Почему? Так как он подходил к Иисусу, помните, как он говорил, если ты Сын Божий, ну, преврати этот хлеб, эти камни в хлеб. Иисус отвергает это. Второе испытание какое? Самонадеянность. Вы помните, да? Он говорит, возводит его на крыло храма и говорит, ну, если ты Сын Божий, давай, бросайся туда. Ибо заповедано, что ангелы тебя подхватят, и они не дадут тебе разбиться. Ну, давай, испытай Бога. Иисус доказал не своей самонадеянностью, а своим доверием к Богу. И как он доверился? Как он эту веру продемонстрировал? Помните? Он сказал, написано. Не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. Он не стал доказывать сатане, да, Бог меня может спасти. Я же ничего плохого не сделал. Я Сын Божий. Я могу это продемонстрировать. И ты будешь это видеть. И у нас спор закончится. Но Иисус не так пошел. Он сказал, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. Если бы лукавый смог склонить Иисуса к сомнению в его сыновстве и в истинности слов, сказанных его отцом, он одержал бы великую победу. Избранные вести, 1 том, 275 страница. Первое, что сатана делает, он своими манипуляциями, своими искушениями подводит к такой черте, чтобы заставить усомниться в доверии Богу. Это всех касается, не только Иисуса Христа. Это касается каждого из нас. А подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? А подлинно ли Бог тебя действительно так любит, как Он об этом говорит? Понимаете? И у нас начинает возникать вот такое где-то такое едкое, противное сомнение. А действительно, я же не такой хороший, а я же такой грешник, а я и то не делаю, и то не делаю, и там я нарушаю, и там я нарушаю. Все, бедный я человек, погиб я. Это первое. Давайте мы дальше прочитаем. Если бы можно было поколебать доверие Христа Богу, сатана был бы уверен, что победа в великой борьбе на его стороне. Он мог бы победить Иисуса. Он надеялся, что упавший духом и смертельно голодный Христос утратит веру своего отца и совершит чудо для себя. Если бы он сделал это, план спасения был бы разрушен. Желание веков, 119 страница. Но он пришел, чтобы, перенося испытание, как это должны делать мы, оставить нам пример веры и покорности. Христос, другими словами, перенес это испытание ради нас. Ради славы Отца, это бесспорно. Но Он оставил нам пример, чтобы мы могли понять, какая же это настоящая вера, в чем ее суть. У Христа действительно было очень твердое основание. Так написано. Вы знаете, я вот для себя так приняла такое однажды решение, даже если я не знаю, правильно ли я поступаю, правильно ли так поступить, так сделать. Так написано. Может быть, у меня нет желания так делать. Может быть, я не совсем до конца понимаю это, но так написано. И так надо поступить. Так безопасно. Так верно. Но еще лучше, когда мы понимаем, почему мы так поступаем, правда? До тех пор, пока Христос руководствовался Словом Божьим, Искуситель не мог достичь своей цели. Сатана все время пытается поколебать
и наше доверие Богу. Он стремится пошатнуть нашу веру в Бога. Он искушает сомнениями в любви Божьей. Он пугает нас нашими слабостями и немощами. Он старается лишить нас мужества и прервать нашу связь с Богом, которая заключается с нашей стороны в нашем абсолютном доверии к Нему. В своей новой попытке сатана решил использовать веру и совершенное доверие Христа к своему Небесному Отцу, чтобы склонить его к самонадеянности. Это первый том «Избранных вестей», 282 страница. Это была вторая попытка. Я чуть раньше это сказала, но сейчас я цитаты подчитываю. В 7 тексте Евангелия от Матфея, в 4 главе, в 7 тексте написано, написано также «Не искушай Господа Бога твоего». От такой добродетели, как совершенная вера и уверенность в Боге, до греха самонадеянности зачастую всего лишь один шаг, пишет Дух Пророчества. Это тоже «Избранные вести», 1 том, 282 страница. Один шаг. Другими словами, истинная вера, вера Иисуса и самонадеянность, что так это присуще человеку, они находятся очень близко. Сатана в своем обмане очень близко подходит к Божьим идеям, к Божьей воле, к Божьему характеру, для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Именно поэтому часто обман кажется правдой, истиной, потому что настолько все похоже по правде, настолько все сходится, что кажется, ну, это правда. И если мы не удосуживаемся изучать, а почему это, а как это, а что это за принцип в основании, и если мы не имеем опыта в борьбе с искушениями, вообще в борьбе с сатаной, нас очень легко будет сбить с толку. Это же явление, или так, принцип этот, он лежит как раз и в нашей исследуемой теме в отношении самонадеянности. В чем же суть истинной веры? Христос знал, что Бог действительно может дать ему освобождение, если он будет падать. Знал об этом Христос? Да. У него была миссия, он знал, что он пришел, ради чего он сюда пришел. И даже если он падал бы с крыла этого храма, Бог его спас бы, потому что у него есть большая миссия. И это могло бы лечь в основании той самонадеянности Христа. А для чего сатана вызывал его на этот спор? А для того, чтобы доказать, кто больший. И если бы Христос вступил в спор с ним, если бы он доказывал ему, что я Сын Божий, я имею преимущество, это уже была бы победа сатаны. Понимаете, в чем суть этой борьбы? Но наш Спаситель вышел победителем в этом поединке. Наш Искупитель в той победе, которую он одержал, оставил человеку совершенный образец, показав, что единственное его спасение в твердой вере и непоколебимой уверенности в Боге во всех испытаниях и бедах. Почему я эти цитаты зачитываю? Потому что в этом месте, в первом томе «Избранных вестей» и в книге «Желания веков», в частности, Дух Пророчества говорит как раз об этой важной для нас теме, исследуемой нами сегодня. Самонадеянность Дух Пророчества называет грехом. И в то же время показывает, что же из себя представляет настоящая вера, спасительная вера. Другими словами, это вера Иисуса Христа.
И вот что она пишет. Разница между верой и самонадеянностью. Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности, ибо самонадеянность – это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божье обетование и приносит плод послушания. Вера притязает на Божье обетование и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обетование, но использует их, подобно сатане, чтобы оправдать беззаконие. Видите разницу? Итак, это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых эта милость дается. Книга «Желания веков», 126 страница. А истинная вера основывается на обетованиях и установленных Священным Писанием. На обетованиях Священного Писания. Бог сказал в Своем Слове то, что нам необходимо для нашего спасения. Если мы принимаем то, что Он сказал верой полностью к себе, как нам принадлежащее, ну, Слово Божье, клятва Божья, я имею право надеяться на это, потому что Бог это дал для меня, это обетование. Но чтобы оно стало действенным в моей жизни и действительно оправданным это принятие, я должен проявить послушание каждому Божьему Слову. Вот это и есть истинная вера. А самонадеянность, да, мне принадлежат эти обетования. Да, я знаю, что Бог это для меня дал. Но, в конце концов, я поступаю так, как я хочу. Вот такие обстоятельства у меня. Я так поступаю, такие обстоятельства, как мне удобно. Понимаете разницу? Все очень близко. Вроде бы и там вера есть, но различие в отклике. Различие в нашем поведении, различие в наших решениях в конечном итоге. Именно самонадеянность погубила Адама и Еву. Именно она привела к тому, что мы сегодня живем в этом разрушенном мире. Вот в чем проблема. Ева, когда брала плоды, о чем она думала? Ну, неужели Бог может выполнить свое обещание, и мы умрем? Неужели Бог, ну, не до конца меня будет любить? Он же все равно меня любит. Сегодня христианский мир имеет большую самонадеянность в том, что говорит, какая разница, выполняю ли я заповеди Божьи, или я просто хороший человек, и этого достаточно. Понимаете, в чем проблема? Если мы все то, о чем мы говорим, сложим в одну такую цельную картину, такое полотно такое, в центре мы увидим закон Божий любви. Он именно стал предметом спора в этой великой борьбе. Сатана подвергает постоянно сомнению, прав ли Бог. И он внушает это всему творению. Сейчас вот в своих ограниченных правах он это делает с нами. И люди поддаются на это. Мы думаем, ну как-то все равно же Бог меня любит. Ну как-то же его любви хватит для моего спасения. И появляется целое такое утверждение в христианстве, что лишь бы ты был хорошим человеком. И все. А Бог сделает все для твоего спасения. Друзья, от нас требуется тоже очень многое. Но не самонадеянность, а отклик веры. И этот отклик в послушании. Именно поэтому очень такое конкретное определение было использовано еще апостолом Павлом. Нам нужно иметь веру, действующую чем? Любовью.
Это отклик нашего любящего сердца, признательного Богу сердца, откликнувшегося на Божью любовь сердца. Я вспоминаю, сейчас буквально вспомню, это не было у меня в мыслях говорить раньше, когда была евангельская программа, когда я впервые слышала эту весть, адвентистскую весть спасения. И евангелист сказал такую фразу: «Что же такое вера?» Я была настолько далека от этого, друзья. Я никогда не задумывалась, что такое вера. Но тогда на евангельской программе я поняла, что мне нужна вера. Но какая это вера? Что это такое? Просто согласие. Этого недостаточно, оказывается. И вот он дал такое определение. Что такое вера? Настоящая библейская вера. Это отклик на Божью любовь. Все. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой наш Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты всегда верен в Своем Слове, за то, что Твоя любовь, которой мы почти не знаем, она настолько велика, настолько обширна, настолько важна для нас, что это все для нас, для нашего спасения. Поэтому мы просим Тебя, помоги нам узнать Тебя глубже, больше. Помоги нам, Господи, окунуться в Твою любовь полностью, чтобы не просто чувства иметь, эмоции, но чтобы познать Твою любовь, так как Ты нас познал. Помоги нам, Господи, откликнуться своими сердцами на Твою любовь, чтобы доказать всей Вселенной, как Ты велик и как Ты достоин такого доверия, которое Твое творение обязано Тебе оказать. Помоги нам, Господи, иметь эту спасительную веру, веру Иисуса. И сохрани нас от самонадеянности. Сохрани нас от того легкомысленного отношения к вере. Помоги нам, Господи, осознать, насколько важно быть в самых близких, интимных отношениях с Тобой и сделать все возможное, чтобы наши отношения состоялись. Благослови нас в этом процессе духовного роста, в процессе нашего возрождения. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь.